Мы сейчас в Гагре на бальной лечебнице, сероводородной ванне. Вот мы сейчас Орешкой приняли. Орешка 6 минут, я 15. А, стоит детская 150, взрослая 250. Вот, вот такая кабинка, здесь две ванны. Здесь так, Ариш, ладно, пойдем. Что тебе? Мы же ничем не поможем сейчас ей. Ты всех хочешь животных. Да, тебе. А у вас какая ванна была? Большая какая-то? А у тебя какая? Обычная. Обычная, да. Вы там вдвоем сидите? Нет, двухразная. А, двухразная? У тебя одна в номере была? Да. У меня две была, семейная какая-то. Нет, две одинаковые ванны было. Две одинаковых ванны было. Да. Аришка 6 минут сидела только. Не, там надо так. Так она все 15 минут спать. Я потом включила там горячий краник, и не подливалась горяченькая вода. Тепло. Подожди, а тебе что, выключили его, что ли? Да. Я сюда отек. Да? Да. Может, у тебя не наполненная была? У меня наполненная была. Наполненная. Просто можно могла включить и вообще не включать ее. А, я включила, думала, что гад, потом я под этим краником еще помылась. Нет. Проснулась от всего. Нет, его можно включать. Ну, я, по крайней мере, так поняла. Ты воду потом выпустила? Да. Ты потом помыла под этим краем. Ну, я лицо помыла. Привет, сыночек. Лицо полоснула. Там неудобно было как-то его сполоскивать. Вот такие горячие источники в Гагре.